23 февраля слова признательности и благодарности были адресованы тем, кто прошел фронтовыми дорогами и одержал победу над фашизмом, тем, кто защищал свою родину и сохранил для нас мир. На Аллее героев минутой молчания почтили память воинов-освободителей, героев Советского Союза. После торжественной части мероприятия празднование Дня защитников Отечества переместилось к площадке у Светлогорского центра культуры. Здесь горожане от мала до велика смогли познакомиться с выставкой-презентацией Светлогорского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, попробовать настоящую солдатскую кашу, заглянуть на выставки военно-спасательного отряда «Пульс», «Освод», ГАИ и Светлогорского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Денис, как в крестку. Праздник сильных и смелых прошел на ура и оставил в памяти каждого яркие впечатления и эмоции.